итоги, наверное, нужно будет подводить потом, когда ты будешь лежать в постели уже, или когда ты устанешь от этой деятельности. А мы же наоборот, сейчас у меня такое ощущение, что мы все больше и больше набираем обороты. Я видел много стройных ног, я видел калями ног, но только все это отстой по сравнению с той, глаза которой как наручники. Не на Харлеях, так на мотороллер приезжаю я в Алматы Тауэрс вот уже второй раз за последнее время. Цель сегодняшнего моего приезда сюда весьма творческая и прозаична. Так сказать, моя путевая звезда называется «I Love Баранина». И это название юбилейного концерта группы «Мотороллер», посвященный ее 20-летию. А за моей спиной уже начинается это восхитительное действие. Пойдемте смотреть. Сегодня, 2 ноября, в актовом, если можно так выразиться, в торжественном зале Алматы Тауэрс прозвучал сначала инструментальный гимн в исполнении группы «Мотороллер», гимн, естественно, Республики Казахстан, и началась первая часть сегодняшнего концерта. Как и гласил Илья Саутов, первая часть концерта будет состоять из новых песен, а вот вторая порадует нас старыми бронебойными хитами. Ко мне подсел один добрый русский молодец, у которого я хочу поинтересоваться. Как тебе сегодняшний концерт? Он только начался, но мне нравится уже. Скажи, пожалуйста, тебе дали на входе альбом? Да, вот тот... На английском было, поэтому я его не взял. Патриот, значит. Да. Скажи мне, пожалуйста, Ванечка, что ты ждешь от сегодняшнего мероприятия? Веселье. Еще хочу посмотреть, как играет Пульнов. Говорят, он хорош. А что ты ждешь от сегодняшнего вечера? Выступление. Впервые на моей памяти я вижу нашего краснознаменного шефа на хоть каком-нибудь мероприятии. И то, что это 20-летие мотороллера, это очень многое говорит. Слава, что ты ждал, что ты... получил. Ильяс очень большой молодец, то, что он замахнулся на сольник. То есть это реально одна из лучших живых команд, можно сказать, в стране. Да, это одна, мотороллер, это одна из команд, которая ездит и представляет нашу страну вообще где-либо, там, допустим, там, на нашествии, там, то есть, ну, это рокеры, которые вот уже проверены временем, потому что 20 лет не бывает так, что они все рокеры. А вообще концерт как бы удался. Мы любим Баранину. Ильясу привет. That's all. Скачет вверх, товар скачет вниз, верхом на нас. Верим ли в любовь? Пожалуйста, как вам концерт? Отличный концерт, я поздравляю ребят, мотороллеров с юбилеем. Это чудо, что какие-то коллективы в Казахстане столько времени живут. Спасибо им за верность рок-н-роллу, спасибо за верность той музыке, которую они любят делать, за верность поклонникам своим, которые сегодня пришли и кайфуют. Я их очень понимаю. У нас в самих следующем году 20-летний грозится быть юбилей. Мне нравятся слова. Мне очень нравятся слова у ребят. Ну, это свойство русского рока, по-моему. Да, в большинстве случаев, да. Я вообще многим рекомендовал просто выходить и читать стихи со сцены. Дешевле бы выходил. Когда группа «Мотороллер» появилась на свет, мне был всего один годик. И в это очень сложно поверить лично мне, потому что это так странно, что казахстанской группе аж целых 20 лет. Я очень рада, что я знакома с «Мотороллерами», знакома с их творчеством, и многие песни знаю наизусть. Это очень приятно смотреть на своих соотечественников, которые добиваются чего-то. Я искренне поздравляю всю команду «Мотороллера». И в частности Осетушку, в частности Илья Саутова и, конечно, Тему Пыльнова. Я поздравляю с вот этим вот всем действом. Это очень крутой концерт. Всем привет. Рок-н-ролл. Спасибо.